В преддверии праздника мы пообщались с жителями региона и узнали, чем запомнился им уходящий год и чего они желают землякам в 2021. Этот год запомнился тем, что поступил я в университет, юридический университет ДГУ. Встретились много близких людей. Вот. Что мне запомнилось этого года хорошего? Дети на отличную школу закончили. Еще можно. Мало болеющих. Хорошее, конечно, что год заканчивается, и с этим годом, надеюсь, все это осталось позади. Внучка родилась, внука родилась, это хорошая новость. Этот год запомнился тем, что мои родные, мои дети, моя семья стали живы и здоровы, и не дотронулся от короны. Но самое главное, все близкие живы и здоровы. И желаю здоровья в первую очередь на будущий год. Пусть все плохое останется здесь, а хорошее пойдет с нами дальше. Счастья, добра, здоровья сейчас актуально. Всем, чтобы никто не болел, главное. Какого здоровья, чтобы 2021 год не был таким, как 2020. Благополучие, много денег, а также здоровье главное. Всего хорошего, настоящих искренних людей рядом. Хорошее, чтобы здоровье были, чтобы там болели, чтобы не было, не болели. Счастье, здоровье, любви. Всего наилучшего. Главное здоровье. Главное здоровье. Главное, чтобы держались, были друг другу доброжелательными. Вот это самое главное. Всем удачи. В следующем году, чтобы все хорошо было. Здоровье, чтобы никто не болел, чтобы коронавирус прошел, нормально все было.